Всем привет, мои хорошие! Вы на вашем любимом канале Моника Ставит. Как обычно, жду от вас вашу активность, так как для меня она очень важна. И не забывайте, что данный канал на какое-то время будет основным, потому что так получилось. Вот, вы обязательно подпишитесь на него, дабы не пропустить ролики со мной и мои классные прогнозы. Сегодня мы рассмотрим два интересных матча. Начнем с Севильи и Реала Мадрида. У Севильи следующий матч, он будет против Ромы, и, конечно же, он будет важнее. Поэтому я думаю, что в этом матче Реал даже способен выиграть, не то чтобы не проиграть, но так как я не люблю рисковать и хочу для вас выбирать только проходимые прогнозы, я решила здесь взять просто фору 0 на Реал за 1.87. Сегодня это Вольфсбург и Герта. Герта уже 100% вылетает из Бундеслиги, но я думаю, что напоследок или вот просто как красиво уйти, они должны показать какой-то бой Вольфсбургу. Как минимум один гол я от них жду. Ну и Вольфсбург — это не та команда, которая будет отстаиваться в стороне. Я думаю, что ответный гол они дадут Герте, тем самым обменяются голами, ребятки. Обе забьют за 1.67, будет мой выбор на этот матч. На сегодня это все, мои хорошие. Не забывайте также, что еще существует телеграм-канал, где я вас очень жду, там куча всего интересного. Как минимум, иногда я даю там прогнозы по игре именно, ну, в лайв-режиме, либо же там провожу какие-то конкурсы, вот там субботние экспрессы и всякое такое. Вот, поэтому обязательно подпишитесь, тоже в закрепленном комментарии ниже. Нам с вами желаю удачи и желаю побед!